В Сургут прибыл ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца. В честь этого в Новом Свято-Троицком кафедральном соборе прошла божественная литургия, которую провел митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Отмечу, что Николай Чудотворец – это один из самых почитаемых святых. Он жил с 270 по 343 год от Рождества Христова. На сегодняшний день ему молятся представители различных религий, ведь он считается заступником в бедах и помощником во всех важных делах. Для меня это очень-очень важный святой. Под его мафором я служил 4 года в святителя Николая соборе в Сан-Франциско, 4 года в Риме, вот, ощущая его всегда помощь, силу. Вот, это самый один из почитаемых моих святых. Поэтому я надеюсь, что и здесь его тоже очень любят, знают. Отмечу, что мощи были переданы святейшим патриархом Кириллом в Воскресенский Новодевичий монастырь Санкт-Петербурга в 2022 году. Прикоснуться к святыне сургутяне смогут в течение 2,5 дней. Уже 11 января в 14 часов ковчег продолжит свое путешествие по Югре. Следующими к Николаю Чудотворцу смогут поклониться жители Мегиона, Нижневартовска, Излучинска, поселка Солнечного, Нефтеюганска и Ханты-Мансийска. Пока обращаются к покровителю с личными просьбами сургутяне и гости нашего города. Николая Чудотворца я всегда прошу для семьи счастья, здоровья, удачи. И у меня подруга в Ростове очень болеет. Тоже за подругу постояли, помолились. Мы приехали из другого города, да, чтобы побывать на божественной литургии, послушать замечательный хор, как поет здесь, поучаствовать в общей молитве, просить Николая Чудотворца, конечно, о мире. Я бы попросила для всего мира, мира, жизни на земле, здоровья людям. Что еще можно просить для себя лично? Я туда же ухожу, в это число мира. Подробнее о прибытии ковчега с частицей мощей святителя Николая Чудотворца мы расскажем в завтрашнем выпуске программы «Новости Сургут-24».